Северная Македония, Норвегия, Греция. Неспровоцированная и неоправданная война России против Украины изменила всю евроатлантическую среду безопасности. С 24 февраля войска НАТО систематически оттачивают боевые навыки сдерживания и обороны. Учения ИНЕХОС очень важны для нашего альянса с НАТО. Они посылают особенно сильный сигнал о решимости в то время, когда Россия развязала войну в Европе, на европейской земле, вторгнувшись и фактически безжалостно уничтожая Украину. Силы быстрого реагирования НАТО, а это 40 тысяч военнослужащих, были приведены в полную боевую готовность в конце января. Тогда же Соединенные Штаты начали активно перебрасывать своих военных в Европу для укрепления восточного фланга НАТО. В результате численность американской группировки рекордная за последние 20 лет. Я думаю, что мы должны всесторонне улучшить нашу военную диспозицию во всех секторах и во всех областях, и у нас для этого есть план. Мы продолжаем укреплять 8 боевых групп, которые расположены в непосредственной близости от Восточной Европы. По последним данным Европейского командования США, больше всего американских военных сейчас в Германии – 38 тысяч, в Италии – 12 тысяч, в Польше и Великобритании – по 10 тысяч военных, в остальных странах – 2,5 тысячи и меньше. Численность войск США в Европе всегда менялась в зависимости от ситуации с безопасностью. Например, в конце Второй мировой войны их численность превышала 3 миллиона. Из-за демобилизации в последующие годы это число сократилось почти в 20 раз – до 128 тысяч. Следующий пик наблюдался во времена Холодной войны. Тогда в Европе было сосредоточено почти полмиллиона американских солдат. В течение следующих 30 лет уровень колебался, но оставался высоким. После распада СССР с каждым годом на родные базы возвращалось все больше американских военнослужащих. Однако часть сил стабильно находилась в европейском регионе. В начале 21 века этих военных направляли выполнять разные задачи на Среднем Востоке. Все изменилось в 2014 году из-за вторжения России в Украину. США стали наращивать численность сил в Европе, доведя ее сначала до 65 тысяч человек, а в январе нынешнего года из-за угрозы российского вторжения до 80 тысяч. Сейчас же их 100 тысяч. Но страны-члены НАТО готовы принять у себя еще больше армейцев. Вице-премьер-министр и председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Польши Ярослав Качинский в интервью немецкому изданию Welt заявил, что Польша была бы рада, если бы американцы увеличили свое присутствие в Европе до 150 тысяч из-за возрастающей агрессии России. Из них 75 тысяч солдат должны быть размещены на восточном фланге, то есть на границе с Россией. 50 тысяч военных должны базироваться в Прибалтике и Польше. Ярослав Качинский, глава польской партии «Право и справедливость». Литва такую идею поддержала. Правительство страны настоятельно просит НАТО увеличить военное присутствие альянса в странах Балтии и усилить находящиеся там батальоны до уровня бригад. Мы сталкиваемся с очень серьезной угрозой, потому что с одной стороны у нас есть граница с Калининградской областью, с другой – граница с Белоруссией, которая уже поглощена в военную систему Российской Федерации. И это кардинально меняет наши военные расчеты. Решение о реорганизации сил НАТО на восточном фланге будет принято на Мадридском саммите Альянса в июне. Тогда же ожидается подача заявок Швеции и Финляндии на вступление в Альянс. Как пишет издание «Таймс», в Вашингтоне делают большую ставку на членство Стокгольма и Хельсинки. Ведь это расширит Североатлантический Альянс с 30 до 32 членов и растянет российские вооруженные силы по границе. Марина Степаненко, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.